фьюжн, да, с самого слова, как бы тут синтез, да, каких-то различных музыкальных инструментов, музыкальных традиций, да, мировой, с мировой музыкой, да, там. То есть он может быть как в джазе, но так и может быть вот в данной музыке, то, что мы делаем. Но это более как бы такая экспериментальное такое, такое направление. Допустим, есть даже послушать здесь вот поп-музыкантов, творческий материал, и там есть какой-то фьюжн, он же не весь такой, нельзя же его как-то ограниченно сказать, что это европейский, европейская поп-музыка, вот, или это какая-то южного, там, азиатская музыка, или среднеазиатская. Но бывает такой фьюжн, который такой примитивный, а бывает фьюжн, который все так четко клеится, такой шикарный фьюжн, где есть и фольклорная музыка, да, вот из шлаков, гармоничная с городской музыкой, потом с мировой музыкой, и получается такая гармоничный такой фьюжн, такой шикарный фьюжн, что там даже слушателю, так бы, уже не до того, да, вот, задавать какие-то вопросы, что это, фьюжн, нет, просто вот этот музыкант, исполнитель, это красиво, и он его вот создавает свою гармонию, он делится этим, да, вот, со слушателем, он будет слушателя вот в этот свой мир там, красоты там, в этот вот